Всем здорово! Разговоры о DLC к Resident Evil 8 Village не утихают по сей день. Если ты еще не видел видео про DLC на нашем канале, то вот здесь будет подсказка, и ссылку я оставлю в описании. А теперь перейдем непосредственно к теме. Итак, сегодня мне написал друг нашего канала Джонни Кэш, спасибо ему огромное, о том, что в SteamDB есть довольно интересные файлы. Ничего не подозревая, открыл сайт и перешел на страницу Resident Evil Village. Действительно, 4 файла, 2 по 28 гигов и 2 по 600 мегабайт с копейкой. Многие, как и я, сейчас подумают. Ну ничего страшного. Это скорее всего игра и обнова к ней. Но это не так. Эти файлы были созданы 7 декабря 2021 года, а игра вышла аж в мае. Также можно предположить, что 4 файла — это 4 DLC по каждому лорду из игры. И это тоже скорее всего не так, ибо что это за DLC весом по 600 мегабайт? И самое главное, что эти файлы не подписаны до сих пор, как например игрушка на оружие, травмопак и другие. Кстати, вверху можно увидеть, что Capcom по сей день ковыряется в файлах, потому что последнее обновление было 27 января 2022 года. Не знаю, я не берусь утверждать, что это конкретно DLC-шки, которые до сих пор не анонсированы, но известный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о проведении следующего State of Play от Sony. Если верить его словам, то шоу может пройти в феврале. Вероятно, нас даже ждет что-то крупное. Отсюда мы можем сделать предположение о том, что именно там и произойдет их анонс. Если немного помечтать и представить, что это DLC, которая весит как сама игра, страшно даже представить, что там и какой они продолжительности. Как вы думаете, какие сюжетные линии нас ждут в DLC? Обязательно дайте знать в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.